Блять, да заеб... Дружба. В каждом выпуске какая-нибудь такая... Подожди, это же... Бонский. Ну вот, друзья, что за... я ей сколько с лет? Спал. Да ничего она не сделала, она просто рядом полежит. А, и все? Ну да, типа рядом полежит с ним, все. Так она на нем сидела. У них очень много таких, знаешь, каких-то странных сервисов. То есть вот можно арендовать семью, да, на какое-то время. Можно арендовать девушку, с которой ты будешь гулять. Даже аниме есть про это. Там арендовать себе парня, с которым ты будешь гулять. То есть даже если ты парень. Куча каких-то таких вот странных штук. Там обнимашки какие-то. Ну, очень, очень много вот такого. То есть, понимаешь, ты можешь себе арендовать маму, например. То есть у тебя нету матери, например, а тебе хочется, чтобы мама была. И ты можешь выбрать себе маму на час, типа, на два часа. Ну, на сколько хочешь. Она приедет, будет с тобой как с сыночком разговаривать. Там, может быть, еду какую-то тебе привезет. А папу арендовать ну, тоже и можно? Я уверена, что и папу тоже который можно который бы меня ремнем херачил такой, типа, ах ты, плохо себя вел сегодня, двойку получил. Я уверена, что можно. То есть это именно вот... Многие, наверное, подумали, что это именно с сексом связано. Нет. Просто вот как бы мама придет, будто с тобой как с сыном с родным общаться. Там, о, сыночек, как ты? Как твое здоровье? Как ты себя чувствуешь? Мама скучала, ты маме не звонил совсем. Блин, не знаю, вот я бы кринж ловил с этого, если бы воспользовался такой услугой. Даже не знаю, мне было бы максимально неловко, что какая-то левая вообще женщина тут ходит, мамой прикидывается. А набери в этом, в Ютубе, сейчас я тебе как скину сейчас тебе в этот... В Дискорд, чтобы ты набрал. Давай. Ты хочешь мне показать маму чью-то? Ну, я тебе хочу показать, да, вот так вот имя чела. Так. Там, ну, ничего, ну, так... ну никакого такого. Не-не-не, набираю так, как я тебя скинула. Что это? Да ёп! Чего оно не копируется-то? Ну, это первое, это ник чела, который это снимал. А второе это... Или, подожди, или это не у него была мама? Ну, сейчас разберемся, набери вот. Это, увидим. Моя мама... Нет, это вот. Не то. Не-не, мам for rent набери. For rent. For rent. For... Нет, первое надо было оставить. А потом for rent. Может, это было у аниме-мена? Так. А, вот, fake mom, да, это у аниме-мена было. Во, можешь включить, показать зрителям. Нет. Семига урусе. How's going, everyone? This is the anime man. I'm here in some park. I don't know. Some people at Bulkwalker. Промотай сразу до встречи. Ничего офф だったってこと。というわけで、ここアニメと初めて一緒で挨拶する。Да, типа мама его. 緊張と驚きで、そうですね。ともどがしく答える。Ну, окей, она похожа на такую мамочку. いかにも母性本能をくすぐるようなセリフに。Но он не похож на сына, он выглядит старше, чем его мама. Да, есть такое, да. Это он, скорее всего, папа, блин. Так, окей, всё очень понятно, конечно. Попробую русский язык включить. Парк они пойдут, в шоппинг пойдут. Бля, отличный перевод, конечно. Серобообразная лава, шуман и кибо. Слава богу. Слушай, мой тебе совет, никогда не переводи японский язык через Яндекс.Браузер. Никогда. А, банворды, что ли, говорят? Да, да, она на пустом месте, а я тебе скидывала, по-моему. Это просто жесть была, это такая подстава. Не, ну за это ничего не будет, потому что в этом виноват Яндекс, как бы, чё? Просто жесть. А что, он прям переводит японский язык? Он не переводит японский язык, он какие-то, знаешь, слова берет, которых там нет абсолютно, и озвучивает. Не, ну это зато, наверное, забавно выглядит. Это смешно. Так все, у них уже началось вот это вот, да? То есть она ну, мама. Ну да, прогулка с мамой вместе. Вот они гуляют по району Икебукуро, говорят, что очень много народу. Это вот ты в порядке, у тебя не будет солнечного удара, сынок? То есть она реально как бы заботится. Ну, я к мицкеру кодова текита. Хаташте, кого де нанио сентак суру нока. Так. Потом они пойдут вместе вот играть в игрушки, игровые автоматы какие-то. Говорит, мама, хочешь что-нибудь? Она говорит, я не знаю. Блин, а ведь это реально чья-то мать?
Ну, может быть. А может и нет. Может быть, она так как раз-таки реализует то, что там у нее, может быть, не получается. Чё пастообразный Гордон? Чё за хрень, господи? Совершать собой запугивающий код или дикта? Нью-Йорк, Юникод, Шон Маккой. Что такое? Какие-то реально рандомные слова просто. Ну, музыка. Вот эти странные автоматы, в которых я пытался игрушки вытаскивать еще. Да, в Японии они супер популярны. Через этот сайт, короче говоря. Ну, короче, тут все понятно, мне кажется. Я тебе еще скинула ссылку, слово на японском, по которому можно загуглить, ну, в Ютубе, короче, найди видео с хостесами, такими девушками. Как хосты, а только девушки. Ну, блин, она не ведет себя как мама, они как будто бы просто на свидание пришли, гуляют, все. Не, она заботится там всякое такое. Ну, она один раз спросила, тебе там нормально, ну, башка не болит и все, что, все, сразу мама, что ли? Ты же не смотрел все видео полностью? Ну, я посмотрел чуть-чуть, да. И пока... Заказать друзей тоже можно, можно друзей заказать, да, то есть если там тебе некомфортно куда-то идти одному без друзей, ты можешь себе снять друга на время. Ты на Авито можешь, кстати говоря, то же самое, в России есть такая херня, друг на час, на Авито куча объявлений. Там есть собутыльник на час, то есть ты можешь заплатить чуваку, который с тобой бухать будет. Ну вот, да, то же самое. Вот там есть алкаш на час, да, типа там такие пропитые рожи на Авито, которые типа, бля, я с вами, ну, выпью вообще за 500 рублей. За бесплатно такой выпивай, дай. Так что суетологи, да, там суетологи на час там. Глянь, что я тебе скинула ссылку, и потом еще вот на японском то, что я написала. Можешь открывать спокойно, там ничего такого нет. Hello, my beautiful viewers. Once again, это про аренду парня. All I've been told is that I need to come to this theme park to meet with, of course, you guessed it. Именно прям как парень. Should be a Kaho. What are we doing today, Kaho? Подожди, парня для девушки или парня для парня? Нет, парня для парня. Not with me. I'm renting a date. Интересно. So do you know the show called Rent a Girlfriend, right? I love it. Chizuru is number one girl. I love Chizuru. Hell yes. Okay. All right. I want my very own Chizuru. Oh, здесь хороший перевод. I'm not renting a girlfriend. This time, that would be fun. You can just keep the Tinder and get a girlfriend, right? I guess so, yeah. So why do I just rent a boyfriend instead? Okay. And just watch some BL moments and have fun on my own too? So this is just your way of getting your own BL show. Так, понятно. Можно сразу, в принципе, перемотать на тот момент, да, когда... Да, у Сибуи Каха, у нее большая грудь, и она стримит на Твиче тоже, как и Сидок Вей, вот этот вот чел. И она еще вроде как снимается полуобнаженная, так что можно загуглить. Подожди, у нее большая грудь, я просто чуть внимания не обратил. А, ну... Не обратил, да. Я даже не посмотрел. Видел бы ты ее на фотках ее в Твиттере. Слушай, вот заинтересовала, конечно. Ну, вот, ой, прикольно, слушай. Да. Не, ну тут видно, он играет нормально свою роль. То есть прям видно парень. А там мама какая-то, не мама. Мама за руку не держала ее, зато сына. Вот она вот по голове не гладила, ничего не. Я просто типа пришла такая, ну здорово, пошли гулять. Я твоя девушка, а не мама. Yokohama, and get to know my rental boyfriend better. Couple, you know. Look at them, they're so adorable together. Anime ni nasuka? Аниме 大好きですよ. Э, хондо? Ано, нане? Не начали аниме обсуждать сразу. Ну вот они, ваши анимешники. Вот такие вот они. This scene where I asked him if he liked JoJo, and I insisted that he put it back in. So here it is, the rental boyfriend telling me he likes JoJo. JoJo, 僕もめちゃくちゃ好きだから。あ、もう一回JoJo。本当？気が合うかなと思って。すごいね。JoJoJo で言ったらキャラクターは誰ですか？<笑> ジャイロゼペリ と ジョセフ、ジョセフ、ジョセフ。ジョセフ、ジョセフ。はいはいはい。ジョルのジョバーナ。We are now married. Fingers intertwined. あと見てるので言ったら、呪術廻戦も見てる。呪術廻戦？ああ、違う、違う、違う。すごい。これ面白いね、ディアローグ。My best friend. А кто именно стесняется из них? Сидок стесняется, Конор. まだ好きですか? Йокохама. А, Йокохама. そうだな. 2回ぐらいしか行ったことないから, ちょっと初めて行くから楽しみ. Конор, めっちゃ楽しい. めっちゃ楽しい. はいはいはい.
As you can tell, I pick only the most interesting topics for my dates. Obviously, the date was going so well that my rental boyfriend asked me an important question. Oh my god, he just asked me to hold hands. I don't think I'm ready for this. I don't want to hold hands with him. I'll seem too needy. That would give the impression that I want him to hold hands with me. I don't want him to hold hands with me. Why would I want that? Connor, you just started the date. Say no. Play it cool. You got this. Эй, Хонто, дозо? What am I saying? Они же до этого держались. The cute boy asked to hold... Ну, это потом уже вставили с конца, наверное. Your hand. There's only one answer. Shut the f*** up. But anyway, it was time to talk about the important topics. Осаке дай ски дакара, сгой. Эй, Хонто, ваташи мо, ваташи. Алкоголь любит, любит. Какой любишь? Най ново? Биру, биру, биру. Пиво, говоришь. Биру, ичимай. Демо джин? Джин дай ски. А, джин. У них это слово «бир» звучит очень странно. Биру. Я тебе говорю, у них так все. Компьютер — это компьютер, ресторан — ресторан, туалет — туире, джин — джин. Ну, камера — камера. Камера. Как бы это... Камера. Камера. Интересно. Ай, хайбору, дай кирай. Зацени.